После фармучилища это было некое подобие аптеки, отличный киоск, который меня замечательно обманули цыгане. Просто, ну, вот, мне сейчас не помню, какую сумму денег, но поскольку зарплата у меня была небольшая, я помню, что я дал лекарства им, отдал им деньги, которые были в кассе. Они вас загипнотизировали? Нет, они меня оставили за залог кольца, под золото кольца, я не знаю, какой металл. Ну, поскольку они действительно профессионалы, надо отдать должное. Это потрясающие психологи. Они мне просто вручили эти кольца, сказали, что ты, ну, как бы, если не веришь, вот тебе, пожалуйста, так сказать, возьми, подержи, если мы не вернемся, ну, ты их продашь, в любом случае окажешься в выгоде. Я взял, не столько потому, что хотел бы уйти в выгоде, сколько не понимал, что происходит, все как-то происходило само собой, очень быстро. В каком-то невероятном темпе. Я им сложил лекарства в сумочку, покидал, там дал им денег, взял эти кольца и вот с таким непонятным выражением лица остался, ожидающий этих замечательных людей. Они, естественно, не появились. Мне пришлось рассчитаться с этим киоском собственной зарплаты. Ну, это был такой знак. Нельзя ходить в киоск, нельзя ходить в эту профессию. Вы говорите, что исполнение роли Андрея Жданова вам очень помогло то, что вы перепробовали много профессий. Эти приобретенные знания, общение, опыт с людьми и так далее, они давали мне возможность там приносить, там, ну, если человек там придумал один-два этюда, я мог принести с десяток разных идей и мог чуть ли не продавать. Ну и Андрей Жданов — это просто как один пример. Ну, это действительно сложно на протяжении 200 серий насыщать чем-то персонаж, чтобы он был разным. Очень же, наверное, скучно смотреть, когда есть определенный набор как бы каких-то проявлений, вот он повторяется, размыливается на протяжении такого огромного количества серий. Почему именно Чучо Сан? Других имен нет? А тебе что, не нравится имя, которое я тебе придумал? Или тебе больше нравится Андрей Жданов, генеральный директор Симолетто? Остановись! Мне уже начинает нравиться имя Чучо Сан. Ты просто королева. В 1998 году вы в одиночку пошли в горы. Да еще самоучка-альпинист. Разворачиваться было поздно. То есть, ну, как бы была цель. И я бы сам себе не простил, если бы я повернул вдруг с полпути обратно. Главное, неправильно поступали. Потому что те люди, которые чего-то добиваются, они очень гибкие. В тот момент, когда они поняли, что принято не совсем правильное решение, они тут же разворачиваются обратно. Вот, как бы, волей Господней все случилось так, как... Ну, как случилось? Вы себе там разорвали вену. Ну, не так громко, просто пропорол. То есть не так. А кровь хлыстала из вены? Я не рвал ее руками, а так получилось само собой. Да, это очень интересный такой фонтанчик красного цвета, почти как в кино. Просто сам факт, что ты не знаешь, что с этим делать. А потом один? Вроде как есть медицинское образование, ну, полумедицинское, но все равно занятное. Вот как, что вот с этим делать, как себя вести, потому что она же, в общем-то, течет и не останавливается. И нет никаких средств зашить ее там и до населенного пункта 3 дня пешком идти, потому что дорог там тоже поблизости никаких не было. И поэтому это просто психологически. Надо было успокоиться, надо было принять решение, что с этим делать, какие себе там накладывать там повязки и так далее, чтобы не умереть, чтобы там не занесли какую-то инфекцию. Ну, громадные потери крови происходят. Ну, мне удалось как-то там вспомнить все-таки какие-то азы первой помощи медицинской, я как-то там приостановил кровь, ну, в общем, все нормально закончилось в результате. А как вы 3 дня шли с раны? Ну, вот это то самое чудо, о котором я писал, благодаря которому я, наверное, поверил в Бога именно в тот момент. Потому что, ну, слишком много таких случайностей, из-за которых вот оно и произошло, вот это какая-то вера. Прежде всего, я разделался благодаря этого со страхом. Элементарным животным страхом, который есть у каждого человека. Когда ты спишь, тебя что-то окружает, не пойми что, и ты не знаешь, как с этим бороться, не знаешь, как этому противостоять. Потому что нет помощи, нет там спасительных 100 метров до дороги, там, до ближайшего дома, ничего нет. И поэтому единственное, что ты можешь найти в себе, это Бога, в своей душе в этот момент. Иначе ты просто сойдешь с ума. И именно благодаря того, что я как-то нашел его в этот момент, и я думаю, что я остался с рассудком. Все в порядке. Я живой, вроде нормальный человек.
пытаюсь быть адекватным. А я читал, что у вас при этом сразу зажила рана на вене. Ну, это действительно было очень странно. Она зажила на следующий день. Это произошло как бы в процессе, то есть это было одно из испытаний. Оно само по себе, то, что я выживал в этих условиях, и там бегали медведи рядышком совсем, и все как бы. Там очень много таких разных штучек, пунктиков. Почему-то в этот день меня не завалило снегом. Там не было особых никакого снаряжения. То есть это были обычные вещи. Я тогда не был опытным туристом, чтобы одевать какие-то специальные там пуховики и так далее. Ничего с собой не было. И приходилось обходиться с какими-то совершенно элементарными средствами, там, заматываться в палатку, затягиваться веревкой, чтобы как не терять тепло за ночь, потому что ночью температура опускалась ниже нуля. Но как-то это все преодолевалось. И главное, что даже когда я заболел, вот как-то на протяжении этого перехода я сильно заболел, и попала именно та ночь, то есть вот на пик болезни попала ночь теплая, единственная ночь. После этого опять были холодные. Но благодаря тому, что вот эта ночь была теплой, и какие-то там таблетки какие были с собой, я не заболел, не разболелся окончательно. То есть я пошел дальше, я залез на машину, слез, был счастлив, пойман местными егерями. Мне написали штраф, отослали его в театр «Сатирикон». В театре «Сатирикон» меня восторгались моим мужеством, просили мне конверт, говорили: «Гриша, ты оштрафован на 100 рублей». Не думая обо мне, пожалуйста, лучше, чем я есть на самом деле. А то мне будет очень тяжело соответствовать. Я в тебя верю. А сейчас вы где-то снимаетесь? Да, я снимаю сейчас в сериале, который называется «Человек без пистолета». Это тоже такой ироничный детектив. И я, в принципе, такой ироничный. Супермен? Простой человек, который пишет детективы, писатель. Правда, что вы по ночам гоняете на машине? Ночью, да, действительно, мы уезжаем. Вместе с Юлей? Вместе с Юлей, включаем музыку погромче. Гоняем по Третьему кольцу, там, по Садовому, да как угодно, по бульварам. Замечательное времяпрепровождение, мне нравится. Гаишникам нравятся такие гонки? Ну, приходится приспосабливаться. Там, где слишком много гаишников, естественно, едешь аккуратненько. Иногда останавливают, бывает, когда узнают, отпускают, не узнают, берут штраф. Ну, вообще, это очень опасно, потому что вот когда едешь по окружной дороге ночью, скажем, скорость 120 километров, посмотрел вправо, перестраиваешься, сзади машина очень далеко, ты спокойно перестраиваешься, она проносится рядом с тобой, тебе и в голову не придет, что она идет со скоростью 200 километров. Ну, опыт вождения. У меня 13 лет есть права. Из них года два я вожу машину. Вот. Ну, за два года я, разбив одну машину, уже чему-то научился. А еще вы сказали, я вечно ищу стул с бриллиантами. Да, у меня есть такая черта характера. Я вечно ищу стул, так образно выражаясь. То есть я, когда мне чего-то удается достичь, какого-то очередного стула вдруг, мне становится скучно и неинтересно. Мне уже хочется что-то другое. И таким образом я просто перепрыгиваю. Дальше ищу себя в новых областях, в новых специальностях. И ну, мне интересно так жить. Я не останавливаюсь. У вас есть мечта? Я живу в режиме мечты. Если у меня нет какой-то мечты, значит, я на пути к ее реализации. Какой-то предыдущей мечты. Я постоянно живу в мечте. Успехов вам. Спасибо.